говорю, сейчас опять после долгоносиков пойдем. Долгоносики там уже по-любому заспавнились. Он бежит, бежит, бежит один долгоносик по дороге, у машины. Ой, все. Уже все? Не бежит? Да, в лобби пошел. Лучше бы не в кепке, а в канди-бобере ходил. Я бы с удовольствием, если бы он был в игре. Понимаете? Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит? Так. Бежит к нам. Перед нами. Минус один. Вот трое. Четверо. Одного, по-моему, лучше. Правее, правее, правее. Я сильно ранен, помогай. Гранату готовь. Взорвал меня. Тихо. Да. Хера я кинул, блять. Yes. Так, я надеюсь, все. Блин, скиешь. Или читы, или красауэлла. Не, главное, чтобы там реально какой-нибудь не сидел чел там. Блять. Кто-то сзади нас пришел. Все? Договорился, бля. Так, АПшки берем. Ладно, надеемся, что там не сидит какой-нибудь ебанат натрия. Бля, тактик надо брать. КГБшники, ёпты. Вышел. Фух. Открыл новый периодический элемент. Да с этим Тарковым, блин, можно целую таблицу этих элементов открыть. Там радио крысий какой-нибудь, знаешь. Фул каменелий. Там очень много элементов в таблице Таркова. Бегает внутри. Металл. Где металл?
На балкончике тут у меня. Дал? Не знаю, простреливал его через текстуру. Я внутри. Убил. Бан нахуй. Там человек полагает, что если ты ставишь на экране точку маркером, то ты сразу просто знаешь все споты на карте, начинаешь хорошо двигаться, быстро стрелять. IQ 200 становится. Ну, не знаю насчет IQ. Здорово, Иван. Если у нас покемон может побежать. А, ты типа нас смотрит сверху, слева. С скалы. С дальней или с ближней? Ближний, прям через мост. А, через мост все-таки. Да. Ну вот с той стороны. А. Ебать. Страшно было. Бегают. Перебегают по мостику, по переходке. Они нас не увидели, что ли? Да, ну должны были увидеть. Отвлекающий маневр дам. Я прям на них. И у меня. Одного, по-моему, убил. Они слева уже. Все? Двое минимум. На гранате. Ты здесь у мостика? Я у воды, у мостика, да. Не вижу их ни одного. Дальше, видимо, прошли за дальние. Там какие-то голожопы, по-моему. Вот передо мной должен быть. Ускал, дальше ускал. Вот так мы бежим на 12 часов ровно. Тяжелым один. Минус один. У меня встал, лег, не понимаю. Воды? Нет. Убил. Еще где-то. Ты сейчас бегаешь в воды? Был. О, вот я слышу, где-то они тут шоркаются. А что, нас не увидели, что ли, бля? Походу, нет. Капец. И мы вышли просто на них. Мега хорош, блин, как говорится. Отыграли, типа, бля. А где этот шифр тут? Я... А, вот он. Он, кстати, 40-й был, самый опытный, походу, да? Ну вот этот мне пытался прокинуть с горностая, когда я по ним начал выжать. Мы 18-й. Чай, черный чай со смородиной и мятой. Мне обычно после него сразу так это, ну типа прикалывают, знаете, когда ты так сидишь, типа... И как бы так начинаешь залипать вот именно в одну точку. Ну там задумался о чем-то, да, например, ты залипаешь в одну точку. Это называется приколоться. Вот меня после чая этого прикалывает, особенно вечером прям. Но я сегодня один хрен спал 4 часа, поэтому хуже не будет уже. Да господи. Секунду, у меня телефон. Дерево. Бля! Походу читак. Да. Как раз чатик спрашивал. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Алло, Шайтан, это Никита. На маяке читер у вас. Уходите. Да. Не успел, блять. Не успел меня предупредить немножечко. Не знаю, там хрень просто соспавнилась. К общаге иду. Перебегаю. Ну, я по воде тогда к общаге пойду. Блять, по мне сверху с камней. Живой? Да. Кто-то еще справа прыгает со стороны общаги. Понял.
У щели кто-то ходит, по-моему. Звук какой-то был. Ты до общаги дошел? Нет. Сучара попал. Это по тебе херня стреляет? Нет. Ты у меня возле дворика? Я вообще один дворика, да. Убил, не ты это был. Я у другого. Это голожопый. Тот наверху все еще сидит где-то на камнях. Обходи дальше за общагой, справа прям вот так и в камни залазь. У щели кто-то еще стрелял. Давай, обходи, я тут буду его развлекать пока. Где-то выше, над богатым. Я вижу. Как он? Убил? Нет. Отходит в коттель. Убил. Хорош. Сегодня пришел ножичек. Такой вот. Форма у него, видите, какая? Танто, так называемая. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.